Мир, труд, май. Как и с кем пели жители Южной столицы в День единства народа, узнали наши журналисты. Подробнее в следующем сюжете. Не изменяя традициям, в Алматы во всех частях города отмечали День единства. Главная сцена была расположена на площади Абая перед Дворцом Республики. Для гостей праздника выступили звезды казахстанской эстрады и представители городских этнокультурных объединений. Из года в год в этот день можно познакомиться с историей и традициями разных народов, проживающих на территории мегаполиса. Помимо этого, в концерте принял участие известный хор турецкого, что очень символично в День единства, ведь состав коллектива отличается изобилием национальностей. Исполнители порадовали жителей города не только хитами и всеми любимыми композициями, но и в честь праздника спели песню на казахском языке. Это действительно атмосфера дружбы, любви. И россияне, и казахи, братья на века, мы здесь чувствуем, мы эмиссары дружбы. И, кстати, я уверен, что в единстве народа Казахстана, в том, что есть толерантность, терпимость, уважение и отсутствие каких-либо гонений или каких-то противоречий, и каких-то столкновений межнациональных, сильнее вместе. Понимаете, сила как раз в единстве, когда лебедь, рак и щука – это проблема. Вот когда есть вот это единение, и когда казахи приходят православным на Пасху и помогают им красить яйца, и на урыс, наоборот, собираются за Сарханом вместе, это и есть проявление вот тех традиций хороших, идущих из бывшего Советского Союза. Выступление коллектива проходило в рамках проекта, отмеченного государственными наградами «Народное караоке». Его основная идея – артисты исполняют песни разных поколений в тандеме со зрителями на городских площадках. Напомним, что хор турецкого поет с алматинцами уже второй год подряд. Когда-то нам повезло, и мы были на 50-летии казахстанской магнитки в Караганде, и вместе с Нурсултаном Абишевым пели вместе песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Еще несколько песен, и весь зал подпевал, и президент пел, и он тогда отметил, что отличные песни, их надо петь с народом. Любимые песни нескольких поколений надо петь с народом, чтобы от родителей к детям и дальше, чтобы вот эта связь поколения не утрачивалась. В этом году артисты выступают в 10 городах Казахстана. В копилке уже такие, как Шымкент и Астана. Южная столица стала третьей по списку в их гастрольном туре. Напомним, что знаменитый коллектив проводит подобную музыкальную акцию совершенно бесплатно. Ведь в первую очередь такие праздники песни заряжают особой энергией, дают чувство сплоченности и единения. Екатерина Евдокимова, Тимирбек Нугманов, Headliner.